Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание деньгам и поговорим о том, какие же деньги ни в коем случае нельзя поднимать с земли. Очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, для того, чтобы деньги постоянно были в вашей жизни, очень важно уметь правильно с ними обращаться. К сожалению, многие люди не придают этому особого значения и внимания, чем отталкивают денежную энергию из своей жизни и притягивая постоянные проблемы с деньгами. Для того, чтобы научиться управлять денежной энергией, нужно изучать правила, по которым денежная энергия работает и существует. Да, это достаточно большой труд – придерживаться всего и пытаться постоянно совершенствоваться. Для этого нужно приложить и много усилий, на что многие люди не готовы. Им проще говорить о том, что деньги никогда не приходят в их жизнь, даже при том, что они очень сильно стараются. От количества денежной энергии напрямую зависит уровень вашей жизни. Поэтому, если вас что-то не устраивает в финансовом плане, вы хотите это изменить, нужно приложить достаточно много усилий, постоянно изучая что-то новое и неизвестное. Никогда не останавливаться на достигнутом, так как то, что вы сможете притянуть в свою жизнь и в каком количестве, зависит только от вас самих. В первую очередь нужно помнить, что денежная энергия никогда не придет к вам, если вы жадный, злой и завистливый человек, который никогда и никому не подаст руку помощи, а наоборот будет радоваться, когда у человека, который имеет больше, чем вы, будут происходить потери любого плана. Потери работы, денег, жилья и так далее. Люди, которые любят сплетничать, также своими поступками будут отталкивать не только денежную энергию, но и другие светлые и нужные для них энергии. Помните, нельзя жить в долг. Этим вы показываете деньгам, что вы не готовы, чтобы они появились в вашей жизни, что не знаете, как с ними обращаться. То же самое касается и людей, которые не умеют правильно распоряжаться деньгами. В первый же день, когда они попадают к ним в руки, они растрачивают практически все деньги, чем показывают деньгам, что они в них не нуждаются, так как не готовы их беречь, а потом жалеются, что через определенное время у них начинают отсутствовать деньги, и они не могут себе ничего позволить. Большую ошибку допускают и те люди, которые постоянно только накапливают деньги, не тратят их. Так они перекрывают поступление денежной энергии в свою жизнь, и вокруг них образуется энергетический застой. Денежная энергия должна постоянно функционировать. Для этого деньги нужно тратить так, чтобы они приносили положительные эмоции и этим притягивали к вам счастье. Нужно не забывать быть благодарными любым суммам денег, которые поступают в вашу жизнь, независимо от того, подарок это, зарплата, премия, деньги от продажи чего-либо, либо же найденные деньги. Правда, с последними нужно быть осторожными, так как есть найденные деньги, которые способны помочь вам приумножить ваши финансы, а есть, наоборот, категория таких денег, которые могут перекрыть своим появлением к вам доступ не только денежной энергии, но и других положительных энергий, которые, наполняя вашу жизнь, способны делать ее лучше, эмоциональнее, разнообразнее. Ведь если вас окружают правильной энергией, то и жизнь ваша складывается более интересно, удачно. А приятные события и хорошие люди появляются в ней с каждым разом и в большем количестве. Итак, не стоит поднимать монеты, которые лежат в грязи, даже если это и монета большого номинала. Вы знаете, что грязь, пыль, они впитывают определенный негатив. И в данном случае получается, что монета напиталась этой плохой энергией, а вы, подняв монету и принеся ее в свой дом, принесете и негатив, который не принесет вам ничего хорошего, кроме различного рода мелких неприятностей, от которых будет очень трудно избавиться. Не стоит также поднимать деньги, независимо это монеты, купюры, пусть даже большого номинала, на перекрестках, так как многие люди с такими деньгами
выкидывают и свои серьезные проблемы со здоровьем, те проблемы, которые происходят в семье, с деньгами. А вы, подобрав такие деньги, заберете у данного человека действительно все его серьезные проблемы, отдав ему через это энергетический обмен своей уже положительной энергии, без которых ваше энергетическое поле ослабнет, и вы в такой период времени станете подвержены любому сильному вмешательству извне. Вас будут легко сглазить, наслать на вас порчу, поэтому во избежание такого рода неприятностей не стоит поднимать такие деньги. Не стоит также поднимать и купюры, которые связаны с цифрой 2. Это принесет вам сильные семейные проблемы, постоянные ссоры, выяснение отношений, которые с каждым днем, даже когда вы потратите эту купюру, они просто будут увеличиваться. А если вы еще и на еду потратите, а затем вся семья съест с этим сильным негативом, и излучая его впоследствии, будет продолжать притягивать большое количество негатива к себе. Ведь вы помните о том, что мы с вами притягиваем все то, что мы излучаем. Поэтому не стоит поднимать суммы денег, когда вы находитесь в плохом расположении духа. Либо же у вас на данном жизненном этапе происходят какие-то жизненные проблемы, так как, подняв деньги в таком настроении, вы не будете готовы принять эту энергию в свою жизнь. И данная сумма не принесет вам ничего ни хорошего, ни плохого. Вы можете, подняв ее в этот же день сразу, через время и потерять, либо же то, что вы на нее купите, не принесет вам радость и не будет долго служить. Быстро поломается или, как вариант, быстро испортится. Но если перед тем, как увидите деньги на улице, которые не подходят под критерии, относящиеся к тем деньгам, которые нельзя поднимать, и провели ритуал, либо же в нужный момент на протяжении определенного периода времени отправляли посылы, которые должны были притянуть деньги в вашу жизнь, берите то, что нашли, и не задумывайтесь. Потратьте их на следующий день на какие-то свои нужды или на то, что сделает вас или кого-то из членов вашей семьи более счастливым человеком. Но не забывайте поблагодарить о найденной сумме, проговорив при этом такие слова: «Денежную энергию от души благодарю за то, что услышала меня, ко мне в жизни пришла и этим счастье принесла. Я ее во благо себе принимаю и благодарный посыл отправляю». Проговорив эти слова, обязательно улыбнитесь и подумайте о том, что было бы хорошо получить еще какую-то денежную сумму в свою жизнь. Главное, делайте это все от души, и очень скоро так и произойдет в вашей жизни. У вас обязательно появится еще какая-то сумма, которой вы обрадуетесь. Не обязательно, конечно, вы ее найдете. Это может быть от выгодной продажи, от сделки. Также это может быть вознаграждение за что-то. Никогда, когда вы нашли деньги и приняли решение их поднять, не сомневайтесь в своих действиях, так как этим вы показываете, что вы сомневаетесь. И таким образом вы боитесь принять денежную энергию в свою жизнь. И в таком случае лучше проходите стороной, так как реакция на данное действие может быть абсолютно противоположной. Друзья, с вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами обязательно услышимся уже в следующем видео.